В Іле-Балхашском регионе Казахстана намерены возродить популяцию тигров. Сегодня стало известно, что первых особей поселят там в 2025 году. На поддержку проекта фонд дикой природы выделит 10 миллионов евро. В первую очередь это восстановление тугайных лесов, восстановление пищевого звена тигра, то есть это восстановление копытных животных, начиная от бухарского оленя, кабаном, еликом, и то есть полностью восстановить флору и фауну данного территории.